находимся на 4D-хакатоне в Москве. Такие же хакатоны МТС прямо сейчас проводят в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Здесь у нас 25 команд, включая 2 команды, состоящие из одного человека, 4 команды в секции интернет вещей, IoT, несколько команд в секции Data Science. Мы делаем новый продукт, его зовут Лея. Лея – это умный терминал с человеческим лицом, который существенно упрощает общение пользователя с любым терминалом. Наш проект, он поможет банкам определить платежеспособность клиента по его аккаунту в Инстаграме. Очень много всяких разных историй, которые люди хотят воплотить в жизнь и показать нам. Я думаю, все уже молодцы в любом случае, потому что пришли с такими идеями, даже сравнивая там с предыдущими хакатонами, идеи более свежие, более интересные.